Командор, орки нанесли удар по очередной уязвимой точке. Нападением руководит мощный орк по имени Гатренча. Его наверняка кто-то навел на эту цель, но, скорее всего, он об этом не подозревает. Ваши отряды должны уничтожить его, пока он не наделал больше вреда. Продолжайте искать зацепки относительно того, кто может манипулировать им. Положение Гатренча указано на вашей карте, командор. Вам придется пробиваться через орков, которые его защищают. Обнаружены солдаты врага. Храм Императора. Мы должны уничтожить их и вернуть храм. Командор, выбор за вами, но это займет некоторое время. Ну уже, чуваки, покажите мне, что вы делаете. Thank you.
же храму больше нет. Захватив его, мы станем сильнее в бою. Полевые генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Обнаружен враг. Растет. Пробрался через моих парней, да? Похоже, придется самому тебя убить. Цель обнаружена. Мы твоя смерть, зеленокожий. Граната! Щелчком ваши бошки подшибаю. Подбежись, братья. Рассредоточиться! Приближается ударная волна! Я прыгаю в местность.
Хаос! Зок с ним! Грязный орк наконец-то мертв. Готовы к эвакуации, командор. Наша победа — награда за рвение и ярость. Отлично, командор. Смерть Гатренчи ввергла его банду в панику. В останках орков Скайкила и Гатренчи вы нашли важную улику. Оба они недавно были на шахте Фелхаммер, в горах за пределами Аргуса. Кто бы ни направлял орков, их база должна располагаться в шахте Фелхаммер.